Привет, меня зовут Лера. Это мой друг Кирилл. Всем привет. Сегодня мы будем делать самодельную бомбочку для ванны. Но перед этим хочу сказать, обязательно подписывайся на мой канал и ставь лайки, а также не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. А также пиши в комментариях, хочу видео, я передам тебе привет. И не забывайте, что лучшие комментарии попадут в видео. Как я обещала, конечно, уже давным-давно, я обещала, что мы будем делать, если вы хотите, в комментариях напишите, что мы будем делать бомбочку, если вы хотите, чтобы я показала, как мы будем делать бомбочку для ванны. Но никто не писал. Поэтому я сегодня придумала делать бомбочку для ванны. Так, для этого нам понадобится такая сода. Вот сода. Можно взять любую соду. Потом. Такая вот ложечка. Ну не такая вот, а просто ложечка любая. Так, теперь. Нам понадобятся вот красители. Я взяла краски. Так. Они красились. Потом взяла емкость, которую мы будем мешать. Потом понадобится водичка, простая вода. Это мы просто емкость взяли. А можно любую емкость взять, да? Да. Водичку взяли. Ой, еще вот нам нужна лимонная кислота. Да, я взяла воду, я ее положила в киндер, вернее, налила, но чтобы не бегать во время съемки куда-то там. А вот такая покажу. Все знают, какая она. Все знают. Давайте еще отодвинем. Кстати, нам понадобится пакет колбасных чай. Я бы два еще туда. Да. Потому что один здесь вот мало. Начинный уже, а вот уже полный. Вот это начинный, а вот полный. Сейчас я вам покажу. Ну, да. Сейчас я вам покажу волшебный фокус. Здесь появится, чтобы не заляпать стол. Абракадабра, бум, салабум, бум, бум. Вот. Какой я волшебный маг! Ой, все знают, какой ты волшебный маг, Лера. Ага. Даже я разгадал с легкостью. Увидел с собственными глазами. Ага. Так. Для начала, кстати, нужно пропорция один к одному. Допустим, вы берете одну ложку соды, одну ложку тоже. Одна ложка лимонной кислоты. Да блин, здесь... У нас как будто на ложку не хватит. Так. Хватит. У нас две пальчики есть. Сейчас надо все измельчить хорошенечко. Без горки добавляем. Блин, здесь комочек такой. Блин, нельзя говорить. Да. Так, сейчас вот я намельчила это все. Сейчас без горки будем добавлять. Эй. Вот это. Так, где вода? Где вода? Где вода? Нам нужна вода. Нам нужна вода. О-о. Я добавлю две ложечки. Не, лучше одну. Так. Так. Там вот. Есть хомки. Ну, потом сейчас их все измельчим. И лимонную кислоту тоже. Ну, возьмем. Хорошо. Только смотри, не просыпни. Давайте все. Там, стой, я помню. Нет. Еще чуть-чуть. Блин. Осталось все рассыпать. Увольняем. Это лимонная кислота. Как настоящая кислота. Стой, еще надо. Положить. У нас есть листки. Я сейчас скотчем скреплю. Да, где я? Так, Кирилл у нас разбесился весь. Так. Сейчас надо все размельчить хорошенечко, чтобы не было комочек. Ты покажи его, как скрепила ненадежно. Ой, никто. Ой, так крепко вообще не выдержит. Ой, а там у нас вода. Киндер-сюрприз открываем, а там вода. И цунами. И вылить воду на меня. Нет, вот все, мы хорошенечко. Откуда на тебя? Измельчили, да. Все, мы хорошо все измельчили. У нас сейчас будем добавлять кисточку. Да нет. А фо макать? Да.
сейчас, посмотрите, внимательно смотрим. Берем, я прям до краев налила, берем кисточку. Какой цвет хотим, я возьму фиолетовенький. И вот так, вода же здесь есть, она чуть-чуть смочит так. Смочит, ушипит. Стой, тихо! Слушайте, все, вот перестал. Сейчас еще раз буду потом. Как так? Слушайте. Слышно? Ну вот, и она чуть-чуть смочит, чтобы можно было скрепить. Так. А можно мне попробовать? Угу. Может, разноцветную попробуем сделать? Не-не-не, на. Блин, отставай. Кисточку испортишь, да? Нет. Что делать? Все, давай добавляй уже быстрее. Ладно, все, давай быстрее добавляй. Ну ладно, как мы все добавим, с вами встретимся. Так, обратной стороной мы все перемешали. Стресс-трубы, который я сделала сама. Ну, он добавился. Теперь берем пакетик и шарик. Ну, как у меня шарика не оказалось. Мы его порвем и сделаем новый шарик. Нет. А как? Надо. Вот, просто вот так. Можно пакет даже взять. Мать, извините, у меня не зашло. Так. Вообще, она в курсе, на вкусе, что мы видео снимаем, через все перекладываем. Вот, смотрите, что получилось. Все, а теперь надо в кругляшок это все. Да? Да. Вот. Прохладненько такое. Мне кажется, мы слишком перемочили его. Ну, ладно. Просто слишком много, мне кажется, воды добавили. Надо прям, я вам говорю, что хотите. Вот для комочек. Все, его. Разрушила. Так, мы сделали вот такой шарик, и теперь на сутки, я не придумываюсь, на двое. На сутки. Ну, чем больше времени, тем лучше. На сутки в холодильничек. Чем дольше, тем лучше. Чтобы он весь обсох, мы лучше положим на 2 сутки, на 2 сутки, на 2 суток. А потом вам покажем, хоть такое видео уже было на канале, но все равно. Пока. Да, вот завязаны и в морозилку. И нифига ничего не прогреется. Вот. Всем пока, с вами была Валерия Бершкова. И Кирилл. Да, всем пока.